мальчишки, рассказывайте. Вот нас сегодня с сестричкой пригласили на праздник. И мы так вам торопились, что совсем забыли узнать, какой же праздник самое главное у кого. Кто мне подскажет, какой здесь праздник? Новый год! А еще какой праздник? День рождения! День рождения, здорово! А у кого сегодня день рождения? Как забыли? Искать Одинай. Где же Одинай? Вот Одинайка! Она? Нет, не Одинайка, куколка. Давай ты Одинайку найдешь. Так вот иди искать. Это Одинайка? Нет! Вот я думаю, вот ты мне поможешь найти Одинайку. Пошли искать. Да? Где? Где Одинай? Где? Не вижу. Где? Это что, ты Одинайка у нас? Ну что ж, все беремся за ручки, делаем один большой кружочек. Итак, Одинайка, рассказывай, тебя сегодня уже поздравили? Да. А подарки подарили? Да. Не подарили подарки? Не переживай, подарки ты еще получишь. А вот те платочки хлопали, кричали поздравляем, или еще не успели? Поздравили, еще не поздравили. Поздравили? Тогда, да, сейчас мы с куколкой еще раз громко-громко поздравим нашу Одинайку. И для этого Одинайка, давай ручку. Вот эту. Нет, лучше эту. А лучше эту. Нет, лучше ножку давай. Шучу, не нужна ножка. Одинайка, мы тебе, сестреночка, поздравляем с днем рождения. Желаем тебе всего самого хорошего, доброго и светлого. Чтоб тебя всю жизнь окружали добрые, нужные и любящие тебя люди. Ну а свою жизнь, мамочка, папа, я уверена, что жизнь своей красавицы вы обязательно превратите в сказку. Обещаете? Ну а теперь мы все хлопаем и кричим. Здорово, ну тебе, друзья, расскажем. Вы играть любите? Да! Веселиться любите? Да! Прыгать любите? Да! Ну а прежде чем начать играть, танцевать и веселиться, рассказывайте. Вот вы сегодня проснулись, подтянулись, зарядку сделали? Да! А ну-ка поднимите честно ручки, те, кто сделал зарядку. Ого! А теперь опускаем ручки и поднимите ручки те, кто сегодня спал все утро. Не хотел делать зарядку, то есть был лентяй. Кто лентяй? Вот, да-да-да, лентяев у нас есть мало. Ну ладно, обыкновенно зарядочка, это очень скучно. Сейчас мы с вами сделаем танцевальную, музыкальную, праздничную разминку. И для этого все вместе подбегайте ко мне. Бегом, 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 бегом. To drink and now you're saying things out 'cause you didn't mean. As I lay there asleep pretending how we hope is better than we seem. It hit me like a 10-ton truck. Yeah, I'm thunderstruck, can't brush under the rug. How you don't even care about us, checking out on us. I won't be hurting 'cause I'm over getting over you. I'm over getting over you. I'm sick of getting sick over you. So sweet dreams, I don't need you. I'm over getting over you. I'm over getting over you. I'm sick of getting sick over you. And you'll see, I don't need you. I'm over getting over you. Мальчишки, а вы же сильнее! Да! У нас мальчишки
Мальчишки, вы же страшнее! Да! Мальчишки, вы что, страшнее? Да! Нет! Лучше спать не будем, а на деле будем рыбить. Девочки, все за мной! Паровозик! Sick of getting sick over you. So sweet dreams, I don't need you. I'm over getting over you. I'm over getting over you. I'm sick of getting sick over you. Нашим командам чего-то не хватает. Кто мне скажет, чего? Такого громкого, яркого, запоминающегося? Название правильно. И каждой команде мы даем буквально мгновение, чтобы отрепетировали и придумали название. Итак, все, собирайтесь, кружочек, мальчишки. Девчонки, то же самое. Пошлите ко мне. Самых привлекательных и просто изумительно восхитительных девчонок. Команда, которая называется 3-4. Ой, вы что? Мальчишки, не обращайте внимания, это была только репетиция. Итак, наша команда на счет 3-4. Красавицы, встречайте самых сильных. Мальчишки, покажите свою силу. Самых сытых погладьте животики. И самых умных потешите вот так вот головку. И ваша команда называется 3-4. Да! Как еще раз? Как на ушко мне скажите? Да! Ой, еще раз все вместе. 3-4. Как ты думаешь, чья команда самая гибкая? Королевы или супергерои? Королевы! Королевы, конечно! И для этого сейчас мы будем проверять, чья команда самая гибкая. Королевы, все за мной в паровозик, а куколки, все супергерои строятся нашей куколкой. Бегом, бегом!
снежков оказалось больше. Ого! Вот если сделаем вот так вот, то проиграли девчонки. А если сделаем вот так вот, то проиграли мальчишки. Так делать нельзя. Хотите второй раунд? Тогда, мальчишки, постарайтесь победить. 3, 2, 1, Китай! Staring at a photos of you. As I know I should let it go, but why do I keep falling for you? Now into the dark, dark blinds my eyes. All I
нравятся вам, девочки или мальчики? Девочки! Мы тоже девочки! Мальчишки, нет, так не пойдет! Сейчас кто громче похлопает, та команда и получит победу! А ну-ка похлопайте! А теперь похлопайте! А теперь закричите! Ура! Стоп! Сейчас, как только я называю вашу команду, вы делаете эти нижние, договорились? Итак, начинаем, девчонки! Ваши полные аплодисменты для девочек! Девчонки, ура! Вот! Здорово! А теперь, мальчишки, в вашу очередь! Вы себе хлопаете, топаете, договорились? Итак, попробуйте, мальчишки! Кричать еще громче. Итак, пошумите, девочки! А теперь, мальчишки! Все понятно. Здесь однозначно победила одна команда. Как вы думаете, какая? И это команда под названием «Дружба». Давайте мальчишки станцевали просто восхитительно. Ну что ж, ребята, вы не устали? Да. Устали? Тогда мы с вами немножко передохнем. И для этого, друзья, мы сейчас будем смотреть на наше мыльное выступление. Would you fall through if I were?
знаю, еще чего не хватает на твоем дне рождения такого вкусного, большого, именинного со свечками? Торт! Тортика! А хочешь, чтобы твой тортик тебе прилетел? Хочешь? Да. Одиноки, мы должны спеть именинную песенку. Кто знает, какую? Правильно, ты пипезды одинайка, а значит, идем по кружочку. Feels right. Happy birthday.